Лайфхак, как приготовить самый сочный бургер новороссийский. Для приготовления бургера мексиканского мы берем кефирную булку, которую мы сами испекли. Кетчуп наносим на булку с двух сторон. Берем соус сальса верде собственного приготовления. Распространяем его по всей булочке, чтобы у нас было очень вкусно, сочно. Обжариваем котлету и расплавляем на ней сыр чеддер. Теперь нам нужно обжарить бекон. Выкладываем наш бекон, бекона не жалеем. Этот бургер должен быть сочным. Теперь берем верхнюю булку с нашим соусом сальса верде и накрываем наш бургер. Бургер готов.